Всем привет! Друзья, решил я продолжить наши с вами небольшие видеолекции с интересующими нам темами. И сегодня я решил затронуть тему, которую предложил Сергей Харьков. Сергей пишет: расскажите о регистрации пасеки, пожалуйста. Куда идти, какие документы нужны, где их взять и так дальше. Спасибо. Еще никто об этом не рассказывал. Так что, друзья, если вам интересна тема регистрации пасек, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Для чего нам нужно вообще регистрировать пасеки? Первая причина для регистрации пасеки – это продажа меда, продуктов пчеловодства и на законных основаниях на том же рынке. В каких случаях еще может быть полезна регистрация? Ну, например, везу я полный прицеп ульев на кочевку, как обычно это поздним вечером или ночью, останавливают нас полиция, документов на пасеку нет, ну а значит есть повод придраться. Может я ульи украл где-то и ночью их втихаря перевожу. Еще один вариант, для примера, недобросовестный фермер обработал поле пестицидами и отравил моих пчел. Без паспорта я не смогу доказать, что эти вообще пчелы существовали. А так, хоть и, конечно, маловероятно, но побороться можно. В общем, регистрировать или нет, дело лично каждого. Но я это сделал. Ну, для начала, прежде чем куда-то идти, что-то регистрировать, давайте взглянем на законодательство Украины, что нам пишут наши министерства и что написано в законодательных документах. А в документах написано следующее. Порядок регистрации пасек. Первое. Цей порядок встановлює вимоги до проведення реєстрації пасік усіх форм власності. Друге. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцем знаходження юридичної особи, яка займається бджільництвом у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки. Третє. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної особи, незалежно від форми власності. У заяві про реєстрацію пасіки зазначається назва та адреса заявника, кількість бджолосімей. Четверте. Під час реєстрації пасік проводиться їх обстеження районними міськими управліннями ветеринарної медицини. Дані обстежень заносяться у журнал обліку пасік у районному міському управлінні ветеринарної медицини. П'яте. Районне міське управління ветеринарної медицини повинно видати в 30-денний термін заявнику ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, що засвідчує факт її реєстрації, порядковий номер у журналі, під яким зареєстрована пасіка, присвоюється ветеринарно-санітарному паспорту пасіки. Шосте. Власники повинні виконувати вимоги законодавства України з питань бджільництва. Сьоме. При зміні назви чи адреси пасіки її власник повинен проінформувати про це районне міське управління ветеринарної медицини протягом 10 днів. Восьме. Дані звітності подають усі пасіки, юридичні та фізичні дані, які утримують бджолосім'ї, до 10 квітня поточного року органам виконавчої влади за місцезнаходженням пасіки. Вот такое нам пишет Министерство аграрной политики. Ну а теперь давайте рассмотрим по порядку, что в принципе да как. В принципе, нужно действовать согласно этих документов, там все понятно и все ясно. Но давайте я расскажу, как надо делать и в принципе, как делал я. Для начала идете в сельсовет, где вы прописаны или проживаете, или ну, желательно по месту нахождения пасеки. И пишите заявление на имя председателя сельсовета с просьбой зарегистрировать пасеку в таком-то количестве и по такому-то адресу. Это и есть регистрация пасеки, которая делается всего один раз. Больше этого делать не нужно. Ваше заявление регистрируют и пишут в учетную книгу, ну или хозяйственную, как она там называется. Таким образом, мы выполнили пункт 2 и пункт 3 нашего с вами документа о порядке регистрации пасек. Кстати, тут же в сельсовете у секретаря, которому я писал заявление, я попросил, чтобы мне выписали справку 3DF. Это справка о наличии физического лица земельных участков.
При продаже сельскохозяйственной продукции, кроме продукции животноводства, ее владелец физлицо может предоставить налоговому агенту копию справки номер 3ДФ, и в этом случае выплачиваемый физлицу доход не облагается налогом на доходы. То есть при сдаче меда оптом я предлагаю справку 3ДФ. Да и для продажи на рынке ко мне налоговики уже не придерутся лишний раз. Дальше. Нужно выполнить пункт 4 из нашего с вами документа, а именно сделать обследование нашей пасеки. Для этого берем подмор пчел из разных ульев. 10-20 мертвых пчел в спичечный коробок. Из расчета 10 пчелосемей это одна проба, ну или один спичечный коробок. 20 пчелосемей это 2 пробы, ну или 2 коробка. 45 пчелосемей это 5 проб. И везем все это в районное управление ветеринарной медицины, где сдаем подмор в ветеринарную лабораторию. Сдаем на обследование. Нам нужно определить, есть ли возбудители болезни или нет. Анализ каждой семьи стоит денег, поэтому многие, к примеру, ну, кто имеет, к примеру, 100 пчелосемей, не пишут, что 100, а пишут, ну, говорят, у них, к примеру, 20 пчелосемей, ну, чтобы меньше платить денег за каждую семью. Лишь бы был ветеринарный паспорт на пасеку для продажи меда, ну и так дальше. После лабораторных исследований вам выдадут заключение о результатах исследования, типа клещ ворова. И споры на земле были не найдены. Дальше по сценарию вы должны свозить районного инспектора ветеринарной медицины, то есть ветврача, к себе на пасеку, чтобы он ее обследовал и составил акт. Но не все это делают, и лично в моем случае я никого никуда не возил, и мне сразу все вписали в паспорт, прямо на месте. Таким образом, я выполнил пункт 4. Что касается 5 пункта, то вроде бы как государство должно выдать ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, но в реальности их или нет там вообще, не знаю как сейчас, или в лучшем случае распечатанные на принтере, за которые тоже брали деньги. Но я не стал мелочиться и привез сразу с собой паспорт, который купил в интернет-магазине. И в этот паспорт все сразу вписали и отметили. На это все, регистрация пасека у меня и закончилась. На все прошло там один день. Теперь каждую весну нужно сдавать подморный анализ и проставлять отметки соответствующие в паспорт. А документы нам говорят, что данные отчетности подают все пасеки, юридические и физические данные, которые удерживают пчелосемьи до 10 апреля текущего года органам исполнительной власти по местонахождению пасеки. Вот как-то так. Конечно же, многое может отличаться в разных регионах, областях. Где-то придерживается ветлаборатории, там инструкции, цены и так дальше. Где-то не придерживается, даже где-то сельсоветы не знают о том, как регистрировать пасеку, как ее вообще записывать. Но если вы решили зарегистрировать пасеку, следуйте вот этим нормативным законодательным документам, и все у вас получится. Кстати, по неподтвержденной информации, фактически на сегодня почти каждый сотый украинец занимается пчеловодством. В то же время в украинском классификаторе видов экономической деятельности даже отсутствует код, по которому можно идентифицировать субъекта хозяйствования как производителя меда. Однако пока медовая отрасль в Украине переживает кризисную ситуацию, производство сокращается из-за потравы пчел, очень много потравили, как мы знаем, дает о себе и знать искусственное снижение экспортной закупочной цены и осложняет ситуацию отсутствие реестра или иной формы учета пчеловодов местными органами самоуправления государственной власти, а также ответственности за отсутствие регистрации пасеки. Сельские, поселковые, городские советы часто даже не знают вообще, что надо осуществлять регистрацию такой пасеки. Поэтому Минагрополитики совместно с Госслужбой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над упрощением процедуры регистрации пасеки. Так что, то ли еще будет, друзья. Вроде бы и все.
Всем желаю удачи. Предлагайте темы для будущих видео, комментируйте, высказывайте свое мнение, ставьте лайки, дизлайки. И если считаете, что видео хоть как-то будет кому-то полезным, не забывайте им поделиться в соцсетях. То есть репостнуть. Кто не подписался, подписывайтесь. Ну и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Еще раз всем удачи. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.